Иванушка ходил в лаптях. Заходит он в свою избу. Матери дома не было. Услыхал, кто-то в избе пыхтит. Испугался он, дверями хлопнул и побежал. У него оборка от лаптя на ноге развязалась, прищемил ее в дверях, он и упал, и закричал. «Батюшки, спасите! Кто-то меня держит!» Прибежали соседи, подняли Иванушку, а он чуть жив. И тут разобрали, в чем дело. Испугался он лапки на своей ноге, а борки и квашни. То-то смеху было.